paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I come through. And I need to go on. Джоэл Мари Тойч сама практиковала то, что проповедовала. Для нее каждый был дитя Бога. Она не признавала ненормальности вообще. Прозванная «Леди любви» или «Леди счастья», она несла надежду, помощь и одобрение людям подавленным, отверженным обществом, сиротам, матерям-одиночкам, людям старшего поколения, физически или психически больным, а также известным людям, целому ряду магнатов бизнеса и кинозвезд, обитателям Белого дома и королеве Англии. Без сожаления о собственном комфорте, времени и возможностях, она проводила бесчисленные дни и ночи, спасая браки, работы, карьеры, жизни и души во всех местах, в которых только было возможно, и в офисах, и на автобусных остановках, и в кафетериях, и даже в ванных комнатах. Она прививала чувство собственного достоинства и ценности всем, кого она встречала. Домработнице, официантке, проститутке, водителю такси, студенту, адвокату, врачу и правительственному служащему. Никто не уходил с ее проповедей или занятий без ее объятий и поцелуя. Ее благодарные друзья доверяли ей настолько, что ими был дан старт этому популярному сегодня и растущему движению, в котором принял участие и один из президентов Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Сегодня у нас очередная передача из цикла «Истории счастливых и успешных людей, которые не всегда были такими». Весь наш цикл посвящен празднованию столетнего юбилея Джоэл Мари Тойч. Сегодня в нашей передаче иностранный гость из города Киева. Ее зовут Людмила Кучер. Она является успешным ресторатором и в 2013 году получила звание «Женщина года». Ее знакомство с идеал-методом было простимулировано постоянными вопросами, которые ее мучили. Для чего я живу? Почему я родилась именно у этих мамы и папы? Почему попадаю в ту или иную ситуацию? Почему одним достается все легко, а другие должны работать, как проклятые, с утра до вечера? Почему я, умная и успешная, не смогла построить счастливую семейную жизнь? Почему с мамой и дочерью у меня возникают конфликты? Почему я вынуждена постоянно воевать с соседями? Я думаю, что каждый из вас, дорогие телезрители, хотя бы один раз в жизни, хотя бы один такой вопрос задавали себе. И сегодня мы узнаем у Людмилы, нашла ли она ответы на свои вопросы, и что же стало дальше, как изменилась ее жизнь, когда она познакомилась с идеал-методом Тойча. Thank you.
хочу рассказать, как же я все-таки пришла к тому, что я познакомилась с такой спасительной, уникальной наукой. На протяжении долгих-долгих лет я искала ответы на все вопросы. Я занималась всеми методами, наверное, которые существуют, и всеми практиками. Я прошла обучение школы Нарбекова 4 уровня. Я занималась лично у самого Нарбекова. На какое-то время это мне немножко решало какие-то вопросы. Но глобальные задачи и глобальные причины, которые у меня возникали, они не решались. Я обучалась аюрведе, я обучалась практике ТММ. Я искала, как же можно решить вот те задачи, те, которые болели у меня, от которых я страдала, от которых я не могла найти ответы на свои вопросы. И я стала обучаться нумерологии. Я думала, вот нумерология – это вот математическая наука, которая точно уже решит, почему возникают какие-то задачи. И пройдя 3 курса нумерологии, на одном из последних занятий вдруг преподаватель нумерологии говорит: «Вы знаете, а есть уникальная наука. Я не знаю, как она называется, но это наука, которая на уровне ДНК решает нежелательную наследственность». Меня это очень зацепило. И на следующее утро я смотрю телевизор. А он не сказал ни имени, ни названия? Ничего. Ничего. Я просто узнала, что есть наука, которая на уровне ДНК решает и меняет плохую наследственность, нежелательную наследственность. И вот утром я смотрю телевизор, и бегущая строка. Внимание, внимание! Впервые в Украине, впервые в Киеве международные тренеры успеха Борис и Татьяна Сорины. И далее. Борис и Татьяна Сорины занимаются идеал-методом Тойча. Идеал-метод Тойча, я заметила, что это наука, которая на уровне ДНК меняет нежелательную наследственность. О, да это же вообще, это то, что я вчера услышала. Это какой был год? Это был сентябрь 2008 года. И вот с этого момента я... Там дрожащей рукой бегом, чтобы успеть, записала телефоны. И на самом деле, когда я вот записала, я думаю, я же не дозвонюсь, это же будет вся Украина звонить, это невозможно будет дозвониться. И вдруг я с первого раза дозвонилась, я говорю, я точно туда попала. И вот мне Геннадий Гура сказал, да, это точно туда. Я говорю, это точно наука, которая решит мои все задачи. Он говорит, не беспокойтесь, эта наука решает любую задачу. Лишь бы вы захотели этим заниматься. Мы вас ждем, и указал адрес, где мне нужно было прийти. И вот когда я пришла впервые на открытие клуба «Друзей Тойча» в Украине, я увидела на самом деле, вот, что я действительно здесь могу решить любую задачу. Потому что на самом деле я увидела, что туман, который у меня был, он начал рассеиваться. И я увидела свет в конце туннеля. И я увидела, что можно решить любую задачу, лишь бы только не отступиться. И я поняла, что для меня это большое счастье и большая привилегия, что я могу, что я бы допущена к этим уникальным знаниям, знаниям, как я их назвала, как таблетка от 7 бед, спасительным знанием, которое нам принесла Джоул Мари Тойч, и которое по ее направлению она направила к нам в Россию своего мужа, чемпиона Курта Тойча, который уникальным способом приехал и обучил Бориса и Татьяну Сорину. А Борис и Татьяна Сорина обучают нас и дают нам ответы на все вопросы, и которые лучшим, удивительным образом дают понимание, дают знания, которые нам дают знания, как можно поступить в той или другой ситуации. Поэтому я очень счастлива, что я наконец-то всю жизнь искала, и я нашла. Я нашла тот свет, который спасает, который освобождает, и которая делает счастливым и свободным. Хорошо, Людмила, очень здорово, что ты
вся полна такими искренними эмоциями, впечатлениями. Я тебя очень хорошо понимаю и сам переполнен такими же эмоциями от того, что я делал метод в моей жизни. И скажи, пожалуйста, ну а поподробнее, вот что было в твоей жизни? Почему ты все время искала, как ты говоришь, ведь что было такого, что заставляло тебя искать? Угу. То есть что ты можешь кратко или как-то описать вот все свои сферы жизни, которые для тебя важны были? То есть тело, здоровье, семья, родители, брак, там, работа. Угу. А на самом деле всю мою жизнь меня преследовал страх. Я жила в страхе. Я жила в страхе, в беспокойстве и в постоянной тревоге. Я не понимала, как можно жить вообще свободно, как можно жить не в страхе. Страх был такой, что он практически вот как бы парализовывал все мое, все состояние мое, все мои мышцы, ум, все мои действия. Они были в постоянном вот в таком состоянии тревоги я находилась. Я не могла находиться одна, например, в доме, в помещении. У меня был страх, что мне что-то может меня там напасть, убить, ударить меня. То есть находиться в одной, особенно в вечернее время, это было практически, ну, невозможно. То есть мне нужно, чтобы рядом со мной находился кто-то другой. То есть как бы был еще один человек, и тогда у меня не было этого скованного страшного страха. Это сколько продолжалось вот это? Всю жизнь. Это с детства было. До какого? Этот страх был с детства, до тех пор, пока я не познакомилась с методом. Это сколько лет тебе было, вот когда ты познакомилась? Ну, я просто вношу такие, чтобы было понятней телезрителям. Да. Ну, в общем, 53 года. 53 года. 53 года. 50 лет в страхе? 50 лет, да, в страхе. Отлично. То есть это имеется в виду, это страх находиться одной в помещении, страх темноты? Я не заходила. Если я была на улице, я в дом сама не заходила. Мне нужно было ждать кого-то, чтобы кто-то заходил в дом, и тогда я могла зайти в дом. Я сама одна в дом не заходила. Если днем я могла зайти, вечером я не могла зайти в дом. Для меня это было очень, ну, таким страхом. Дальше был страх летать самолетом. Если мне нужно было ездить в другую страну, в отпуск, мне нужно было хотя бы 3 дня готовиться, принимать препараты успокоительные, еще другие препараты для того, чтобы я могла летать самолетом. Иначе это был страх, просто такой же самый страх, летать самолетом невозможно было. Я всегда задавалась вопросом, как же люди, особенно правительство, другие артисты летают самолетом, тут они прилетели, дают пресс-конференцию или дают концерты. Я всегда не понимала, как это вот. Мне 3 дня нужно как минимум подготовки для того, чтобы я могла прийти в себя. И только благодарю. И пару дней, наверное, после полета, чтобы опять само прийти собой, да. Это мне нужно было практически 3 дня до того, 3 дня после того привести себя в порядок. И благодаря... Подожди, а еще какие-то, я знаю, у тебя был страх, просто читая газету, вот, в которой как раз находится твоя история успеха. У тебя был страх панической воды, да? То есть ты боялась плавать. Не страх воды, а утонуть. Я хотела же сказать, что вот этот страх я после консультации у Татьяны Суриной, после того, что я получила понимание, я избавилась навсегда от страха летать самолетами. Я на протяжении 5 лет 54 раза в год летаю только в Москву. И вот я прилетаю в Москву, и сразу я прилетала на тренинги, я обучалась, сразу сдавала зачеты, сдавала экзамены сразу после самолета. Поэтому для меня это огромное освобождение от этого страха. Благодаря тем знаниям, которые создали чемпионы ЖОЛ, и то понимание, которое я получила от Татьяны Сориной. То есть получается 54 раза в год у тебя перелет. Перелет в Москву, и конечно. И тебе уже не нужно 3 дня готовиться, 2 дня отходить? Да, мне не нужно совсем ничего готовиться, потому что я свободна от этого страха. А в семейной жизни что было до встречи с идеал-методом? Вот, вопросы, о которых я вначале говорила, с дочерью, с мамой, с мужем. Были постоянные конфликты и были постоянные непонимания, постоянные конфликты были. И конфликты с мамой, они возникли, когда я маму забрала жить к себе.
после того, как я маму стала, забрала жить к себе, у меня стали возникать конфликты. Когда мама жила не со мной, конфликтов не было. То есть присоединение с мамой, это все только тогда возникло. Это уникальный момент для того, чтобы я поняла, и я сделала вывод, и чтобы я поняла, вот для меня сначала были страдания, конфликты с мамой, но благодаря вот этому опыту с мамой я стала искать ответы на вопросы. Поэтому это великая, скажем, великая благодать, когда у нас есть вызовы в жизни, что мы страдаем от того, что у нас есть эти вызовы, и мы считаем, что это очень большая проблема. На самом деле для меня вот этот вызов, решая этот вызов и решив этот вызов, мы обретаем потом просто великое благо. Поэтому мы всегда хотим уйти в сторону и хотим как бы, в общем-то, уйти от этого вопроса. Но на самом деле я уходила от этого вопроса 12 лет. Но благодаря тем... То есть это и был спусковым механизм? Это было спусковым механизмом, да. Отношение мамы было вот этим спусковым механизмом для того, чтобы решить все остальные вопросы. И те конфликты, которые были, судебные разбирательства, которые у меня были в суде с соседом, они, решив вопросы с мамой, они просто автоматически решились... Вопросы, судебные вопросы. Я как раз можно зачитаю? Из газеты «Ваше истинное я» за август 2011 года, прочитав твою историю успеха, явно видно, что ты очень часто раньше была участник судов. И один из судов, я так понимаю, был на правительственном уровне. Вот расскажи поподробнее, что за период в жизни был у тебя, и как ты смогла выиграть у правительства? Что это за сила такая? Да, на самом деле, Олег, точно. На самом деле, на протяжении многих лет у меня проходили судебные процессы с соседом, у меня проходили судебные процессы с УЖХ. И самое, я хочу остановиться действительно, потому что это очень важный такой процесс, который происходил и с одним из министров правительства Украины и с Киевсоветом. Я нахожусь, мое предприятие находится в центре города Киева. И вдруг в один из дней я узнаю о том, что земля, на котором находится мое предприятие, она отдана семье министрам, и я остаюсь, то есть предприятие мое уже не может работать, и земля выкуплена. Уже деньги за нее заплатили, да? Деньги министр заплатил за эту землю, я уже не могу работать. Я, конечно, в состоянии, в таком растерянности, что мне дальше делать, потому что для меня это очень болезненно было. Я, естественно, обратилась за консультацией к Татьяне Цуриной, и благодаря уникальным знаниям, которые принесла нам Джоэл Мариточ, и тому пониманию, которое я получила от Татьяны, я смогла выиграть суд. У Киевсовета были отменены решения, которые принимал Киевсовет 120 депутатами. То есть именно вот это решение было принято до этого 120 депутатов? 120 депутатов Киевсовета приняли решение о передаче земли, о выкупе земли этим семьей этого министра. Это было отменено. Никогда бы без знаний, которые принесла Джоэл, это невозможно было решить. Документы уже были подготовлены, уже был договор. Потом был второй суд. Это был первый суд от отменения этого решения. Второй суд был от отменения договора на эту землю. Мы также выиграли. И это не только один суд, это три ступеньки. Это первичный, это апелляция и это самый высший административный суд. То есть три ступеньки было. Дальше еще был суд о том, что... Наше право на то, что мы имеем право находиться на этой земле, мы также выиграли. Поэтому никогда бы без вот этих знаний невозможно было
как можно с правительством было выиграть у правительства, как можно было бы выиграть Киевсоветом. Мне бы раньше в голову это не пришло, что можно судиться с Киевсоветом, что можно судиться с министром и при этом получить такое решение. Я не имею против ничего против министра, он прекрасный человек, он замечательный, но я против того, чтобы мои права попирались, чтобы попирались права моего коллектива. Поэтому только благодаря вот этому божественному знанию, только благодаря истине, истина всегда побеждает. И я просто счастлива, что я могу демонстрировать другим людям. Я думаю, что есть очень много людей, которые находятся в таком же положении, как я. Поэтому я вам хочу сказать, дорогие друзья, если вы прикоснетесь к этим знаниям, если вы обратитесь, если вы будете желать вот это знать, вы тоже победите, как и я. У вас есть такая реальная возможность. Главное не бояться, главное захотеть и получить то, что получила я. Отлично. Так, очень интересно супер. У нас беседа складывается. Просто супер. Хорошо, суд. Насколько я знаю, на этом предприятии ты работала и работаешь с 1984 года. Ну, пусть названия менялись. Нет, на этом предприятии я работаю с 15 мая 1974 года. Я пришла еще туда, ну, совсем девочка, я пришла туда поваром. И это был Ленинский трест столовых. Потом это стал Старокиевский трест. И когда в 91 году стала меняться собственность и стало меняться название, то сейчас я по-новому работаю. Мне в 92 году мы организовали новое предприятие. Оно на украинском называется «Киевское». Ну, товариство «Киевское», да, оно было создано в 92 году. И вот с 92 года оно уже имеет другое название. А само кафе, где находится на Крещатике, оно действительно с 84 года. Само кафе, оно было организовано в 84 году. Но место, где я работаю, ну, да, оно имеет несколько кафе. Вот также уникальный момент, что больше 20 лет у тебя существует успешный, процветающий бизнес. Да. Да, в то время как вокруг компании, которые открываются, закрываются, однодневки, проработают год, два, три, пять, десять, а у тебя ты, как не являясь крупным сетевиком или не являясь каким-то брендом, который уже работает достаточно давно, как вот умудрилась так построить успешный бизнес, или у тебя все время так было? На самом деле я просто очень люблю то, чем я занимаюсь. Я люблю осчастливливать людей. Я люблю то, чтобы люди получали удовольствие от того, что делаю я и делают мои сотрудники. Я думаю, что вот в этом самое главное, в общем-то, то, что так долго держится предприятие. И кроме того, я еще люблю свой город. И все свои три кафе, они называются киевскими. Не только кафе, и само предприятие называется «Киевское», и я еще за символику этого, наше предприятие оплачивает за символику Киева. И мы как бы являемся визитной карточкой города Киева, потому что находится и в центре города Киева, мы любим людей. И, кстати, у нас очень много гостей из Москвы, из России, и они очень счастливы, они приезжают, и многократно они у нас бывают, как и на Крещатике, так и вот на Саксаганского. Ну что ж, если подвести итог этого вопроса, то можно сделать такое резюме, что никакие связи, никакие, я думаю, даже взятки, никакой уровень, даже правительственный, не смог тебе помешать отстоять то, что по праву принадлежит тебе. Да. И это все не благодаря, опять же, каким-то твоим связям или взяткам, или каким-то обходными путями. Это все благодаря знаниям, которые ты получила на консультации, знаниям, которые принесла в этот мир Джоэл Маритович. Да, абсолютно точно, что благодаря этим уникальным знаниям,
которые мы получаем духовным принципом от то, что принесла Джоэл, и то, что нам чемпион привез в Россию, это уникально. Это на самом деле уникальные методы, уникальная наука. Конечно, нужно, чтобы и был и адвокат грамотный, потому что полагаться только на то, чтобы вот, что вот есть да метод и все, нужно еще на самом деле и прилагать усилия, и действия прилагать. Конечно, нужно правильно соблюдать, и законы нужно соблюдать. И не только, я же говорю, да, должен быть правильно построена работа. И надо, чтобы и был грамотный адвокат, который тоже может сформулировать. Но адвоката нужно направить, и адвокату тоже нужно сказать, как мыслить. Но самое главное, нужно мыслить так, как нужно, согласно того, что нам говорит наша наука. Потому что самое главное – это слово и мысль. По слову и мысли все было создано. Поэтому по слову, которое принесла нам Джоэл, и по тому пониманию, которое я знаю, вот происходят мои успехи и результаты. Сейчас я хочу перейти к не менее важной сфере. Это сфера здоровья. Мы знаем с Олегом, опять же, изучили все твои истории успеха, что 33 года тебя мучил гайморит, у тебя были ужасные боли в позвоночнике и сильное повышенное артериальное давление. Расскажи, справилась ли ты с этим, и как твое самочувствие, Людмила, сегодня? Как ты себя чувствуешь? Да, спасибо. Это на самом деле я искала ответы. Как же можно мне избавиться от гайморита, потому что на самом деле, ну, это он меня настолько не давал свободно дышать все это время. У меня было 19 проколов, и каждый раз я со страхом, как только приближалась осень, у меня был просто, ну, это страх, что опять будет все повторяться. Это было невыносимо. И никто мне не мог ответить, и никто не мог вылечить, и никакие врачи не могли вылечить меня от этого заболевания. Оказывается, он не от того, что он физически, это есть заболевание, оно было в моем разуме. В моем разуме было то, что не давало мне свободно дышать. Благодаря пониманию, которое я получила от Татьяны, я на раз исцелилась от гайморита и навсегда исцелилась от гайморита. Сколько уже лет у тебя его нет? Ну, с 2008 года, как только. Вот 5 лет, как только, да. Как только я сразу дала этот вопрос на первой консультации, на горячем стуле даже. Тут же понимание вот это я получила. Почему это так? Она установила причину, и все. Вот на самом деле, когда мы не знаем причины, она, эта причина, руководит нами, и у нас есть заболевание. Как только мы получаем знание о причине, тут же оно нас освобождает. Освобождает знание о том, что является причиной этого заболевания. То есть 33 года гайморит за один... За одно мгновение, за которое Татьяна вот на раз она его дала. Понимание, и все. А остальные вот диагнозы, которые... На самом деле я унаследовала вот высокое давление. И, то есть у кого-то из твоих предков? Да, у моих предков было высокое давление, у бабушки по папиной линии, у дедушки было высокое давление, у папы было высокое давление. Ну, естественно, у тебя. Ну, в смысле... Ну, да, это унаследовано. Я же не знала, что это, что болезни вот таким образом, что даже высокое давление, да, передаются, и не унаследуются такие заболевания. И один раз Борис Сорин дал мне понимание, я навсегда освободилась от этого заболевания. Какое у тебя сейчас давление? У меня сейчас как давление, как у космонавта. Я просто, когда я смотрю, что люди с высоким давлением ходят, у меня просто как им тоже хочется помочь. Почему давление? Они даже не понимают, сколько людей страдает от высокого давления. Да. Поэтому, дорогие друзья, и от высокого, и от низкопониженного. Да, дорогие друзья, у вас есть реальная возможность освободиться от того, что у вас действительно вот всю жизнь вас мучает вот высокое давление. У кого низкое давление, это уникальным способом освобождает раз и навсегда. Без уколов.
без укола, без прикасания даже. Да, и на самом деле еще заболевание позвоночника. У меня в 94-м году была авария, было ДТП, и был перелом позвоночника, который, значит, установил вторую группу инвалидности, что я буду инвалидом, ну вот, пожизненно. И я категорически с этим не хотела соглашаться, и для меня было, в общем-то, очень страшно, как это я буду инвалидом всю свою жизнь. Я с этим не согласилась, и уже даже тогда, в 94-м году, еще идя на операцию, санитарка, которая, я должна об этом обязательно сказать, у нас была санитарка Лида, которая сказала: будешь идти на операцию, моли Бога, чтобы благословил руки хирурга. И когда ты будешь с этой молитвой идти на операцию, то Бог действительно благословит руки хирурга, и он лучшим образом сделает операцию. И так на самом деле это произошло. И мне не пришлось, как другим людям, на протяжении полгода выходить из этой ситуации через американскую кровать. Я буквально на 12-й день встала на ноги своими словами, потому что с верой Бога о том, что я могу ходить, я могу пойти. Вот этой с верой Бога я освободилась действительно от этого страха. Но нужно было потом еще подтверждение, и нужно было еще усилия прикладывать. Время прошло, и меня стало беспокоить болезнь в позвоночнике. И в 2009 году мне стали беспокоить болезни опять позвоночника. Я опять обратилась за помощью. И так получилось, что Борис Сорин дал опять мне понимание того, почему у меня стал болеть позвоночник и стала болеть спина. И получив от него уникальное знание, я навсегда освободилась от этого страха. Кроме того, от страха и от боли. От страха и боли в позвоночнике. Мало того, я благодаря Борису Сорину я исполнила мечту 50-летней давности. Я побывала в Саянах. Я побывала с группой людей, которые настолько любят методы. Я побывала в уникальном коллективе. Да, я исполнила мечту побывать в пионерском лагере, в кругу друзей. Я побывала в Саянах. И когда я сказала своему хирургу, что я была в Саянах, я сплавлялась на катамаранах по горной речке практически 160 километров. Я ходила хотя бы по тайге, но я не покоряла пик грандиозный, как покоряли это другие наши коллеги, но я поднялась на другую гору, и для меня это был уникальный успех. Я очень благодарна Борису Сорину, Татьяне Сорине, что они поверили в меня и взяли с собой тогда в уникальный этот поход. Людмила, но там, насколько я знаю, 5 дней сквозь тайгу ты шла. Я не шла 5 дней сквозь тайгу, я один день. Для меня вот один день в тайгу я шла. Я была в другой группе, была в той группе, где один день мы поднимались в гору. И я узнала, что такое тайга. Потому что я думала, вот тайга это просто вот непроходимый. Это уникально. Для меня это был уникальный опыт. И я там преодолела свою немощь. Я там получила силу от тех знаний, которые я верила, то, что нам Джол говорила, что я могу все, я могу преодолеть вот эту немощь и страх. Вот я там преодолела немощь и страх утонуть. На практике это подтвердилось. На практике это подтвердилось. Как раз я бы хотел вернуться о том, что ты не сказала, как произошла победа над страхом утонуть. Страхом про полет ты сказала. Да. 55 лет было 50... страх воды, да? Воды. Страх и утонуть. Тебя никто не мог научить плавать. Да, расскажи, на самом деле это был один из таких страхов, который руководил моей жизнью. Я не могла плавать. Я вот заходила в воду, и в воде у меня был парализующий страх. Вот как только я заходила в воду, я
не могла плавать. Для меня слово «плавать» — это было вообще невозможно. То есть ни в бассейне, ни в реке, ни в море? Да нигде я не могла плавать, потому что как только я опускалась в воду, тут же я считала, что я утону и захлебнусь. Я не могла установить этому причину. Я обращалась к лучшим тренерам. Я говорила: я заплачу любые деньги, что вы меня научили плавать. Я сначала обижалась на тренеров, я думаю, ну тренеры не такие. Я обижалась на тех людей, я думала, очевидно, они что-то не понимают, они как они не могут меня научить? Ну что это за ерунда такая? Я не понимала причины. Эта причина мной была на самом деле унаследована, и ее без знаний метода никто не мог сказать. И удивительным способом Татьяна, Татьяна Сорина, когда она установила причину, почему я не могла плавать, она навсегда меня от этого освободила. И что сейчас, вот, насколько я знаю, что ты даже занимаешься плаванием в бассейне и практически каждый день? Олег, у меня дома. Да, на самом деле я сейчас каждый день плаваю. Я получаю каждый день удовольствие. И когда мы были уникальным спортом, да, и когда плаваешь сама, без круга, там, да, без рукавиц. Это вообще, я ныряю под водой. И когда мы были совсем вместе на Маврикии, то я научилась еще звездочкой плавать. Я уже настолько свободна, настолько я, у меня не то, что нет страха, я просто наслаждаюсь. Ты уже получаешь удовольствие. Я получаю от этого удовольствие. Поэтому когда раньше мы приезжали на море, и когда все плавали, даже дети, а ты сидишь просто под зонтиком, и просто как рак вот этот, вот ты просто краснеешь, и ты не можешь получить удовольствие, получить плавать. Для меня это было действительно испытанием такое. Поэтому, когда мне говорят: а вы любите ездить на море? Я говорю: да нет, я море не люблю. На самом деле я лгала, потому что я очень люблю море, я очень люблю воду. Но вот этот был страх, что тебе было стыдно, что ты не можешь, дети плавают, ты не плаваешь. Поэтому уникальным способом я получила исцеление, и я избавилась от этого. Людмила, еще такой вопрос. Нас интересует твой успех в отношении с мамой. Насколько я знаю, раньше ты, испытывая с одной стороны любовь к маме, с другой стороны испытывала сильное подавление от ее мнения и не свободу действовать самостоятельно. Вот расскажи поподробнее, как было ярко и как стало на сегодняшний день. Да, на самом деле это очень для меня важный вопрос. И прежде отношения с мамой мне были очень болезненными и очень для меня были подавляющие для меня. Я считала своим долгом, что я обязана свою жизнь посвятить маме, что я обязана, когда мама осталась одна, без папы, что я обязана маму забрать жить к себе. Потому что я считала, что мама уже человек пожилой, что ей нужен дополнительный уход, ей нужна дополнительная забота. Поэтому я считала своим долгом маму забрать к себе. И вот когда я забрала маму к себе, вот с этого момента начались для меня испытания, и это было для меня таким, горем, можно сказать, потому что мама постоянно обижалась, она вмешивалась во все мои отношения с мужем, она вмешивалась в отношения с сотрудниками, с людьми, которые были рядышком со мной, она делала замечания соседям, постоянно происходили конфликты, и эти конфликты нарастали как снежный ком. И я целый день на работе, мне хотелось прийти домой, чтобы дома отдохнуть. А приходя домой, у меня дома был ад. И не было никакого спокойствия. И постоянные придирки мамы, постоянные ее недовольства, они меня очень, конечно, угнетали и очень сильно подавляли. И вот эти отношения с мамой, оно перекладывалось, конечно, и на работу, и в отношения с другими людьми. Я не знала, как решить, и я приняла решение, что, очевидно, мне нужно для того, чтобы мама жила спокойно, я
докупила часть участка земли и построила маме небольшой дом на своей территории, чтобы она была вместе со мной. И вместе с тем она как бы отдельно жила. Но задачу-то не решила. На своем участке построила? На своем участке я небольшой домик построила для мамы. И думаю, ну, мама будет жить отдельно. И мама уже не будет вмешиваться в мою жизнь, в мои отношения. Но мама все равно выходила из домика. Ну, это не решает задачу, если мы даже эту задачу не решаем. На самом деле она кроется очень далеко и глубоко. И отношения настолько уже накалялись, что мама уже не просто стала со мной конфликтовать, мама уже стала меня проклинать, и мама стала требовать настолько к себе внимания, и она стала уже просто бесчинствовать. И вот тогда, когда уже просто было дальше некуда откладывать, я стала бояться мамы, я стала думать, что она мне может даже что-то причинить и может убить меня. На самом деле, у меня такие мысли стали появляться. Я не знала, что это действительно так, потому что в нашем роду мы унаследовали о том, что родители могут убить своих детей. И оно записано... У тебя было такие... Да, были попытки. Мамин папа, он душил своего сына, и он хотел маму задушить. То есть это уже унаследовано. Я не знала, откуда такой страх. Этот страх был унаследован. Поэтому я действительно боялась настолько, что мама может мне причинить какую-то, ну, что она может что-то плохое мне причинить. И на самом деле потом я когда обратилась, что же мне дальше делать, потому что конфликт, он выходил за все возможные и невозможные пределы. Я хотела установить мир с мамой, и я не знала, как это сделать. И я обратилась опять-таки за помощью к Татьяне Суриной, и она мне сказала: «Да, Людмила, мир мамы вообще зависит только от тебя. Только от тебя, от твоих мыслей зависит мир с мамой». И я поняла, что на самом деле, что я родилась не для того, чтобы служить маме, я родилась для того, чтобы решать свои задачи. Я не обязана свою жизнь посвятить маме и не обязана содержать маму и быть у нее, ну, рабом у мамы. И чем больше я маме уделяла внимания, тем больше этих было конфликтов. И когда я получила очередную консультацию, я приняла решение, что маму нужно отселить. Из большой любви к маме, из того, чтобы решить эту ситуацию, я маму отселила от себя. И вот с этого момента, как только я поняла, что моя жизнь не зависит от мамы, что я вправе жить, я вправе решать свои задачи, достигать своих целей без мамы. И вот с этого момента у меня начались уникальные процессы происходить. У меня пошли решения судебных всех задач. Как только я приняла это решение, что моя жизнь от мамы не зависит, что моя жизнь, я могу жить так, как я, правильно для меня, когда я не служу другим людям, в том числе маме, когда я служу только своим целям и интересам, вот с этого момента начался уникальный мой подъем. Я думаю, что очень многих людей возникают эти вопросы и возникает вот такая тотальная зависимость от наших родителей. И как только мы понимаем, что мы вправе жить так, как правильно для нас, вот уникальным способом, я просто обращаюсь к зрителям, потому что я знаю, эти задачи очень у многих людей есть, что мы зависим от наших родителей, особенно от мам. И обращайтесь, пожалуйста, обращайтесь к этой науке, обращайтесь к этим спасительным знаниям, и вы получите в первую очередь утешение и успокоение для себя. И только можно вот таким способом решить эти задачи. В настоящее время моя мама сама изъявила желание возвратиться там, откуда она приехала. Она сейчас живет сама. Она захотела уехать. Она сама приняла сейчас решение. Она возвратилась туда. Она сейчас счастлива. Ей уже 84 года. Она живет самостоятельно. Она сама себя обслуживает. То есть ты прекратила ее обеспечивать? Ты прекратила... Моя задача маме дать любовь и маму осчастливить тем, что она хочет. И маме показать на самом деле, в чем
были наши с ней недоразумения. И вот это сейчас мама прекратила. Я уже не говорю о том, что она уже меня больше не проклинает. Она уже ко мне очень хорошо относится. Она уже меня не осуждает. В милицию тебя не сдает больше. Да, на самом деле. Я все прочитал, тут написано, что да, это были уникальные. Мама вызвала милицию. Да, вызывала. Это было вообще, конечно, этот процесс, он настолько важен для это меня. Это война была. Была война. И вот эта сегодня... война, она прекращена. Война сейчас, сейчас у нас на самом деле, что мама настолько сейчас спокойна, я спокойна, я получила вот это то, что я хотела, мир внутри себя. Людмила, хочу тебе еще один вопрос задать, такой интересный. Я думаю, такой животрепещущий тоже у многих телезрителей. Ты раньше очень-очень часто посещала ясновидящих и зависела от каких-то их мнений, от того, что тебе скажут или предскажут. Я, честно говоря, раньше тоже из таких была, и карты любила сама там раскинуть, и пойти к какой-нибудь бабуле, и к ясновидящим. И на самом деле это очень часто встречается в повседневной жизни у многих людей. Вот. Сейчас ты от этого свободна. Ты нам расскажи, как ты ходила, что это тебе давало, ну и как сейчас? Посещаешь ли, может быть, иногда все-таки, а? Да, очень-очень важный такой момент был в моей жизни, когда я практически ни один важный вопрос, практически ни один важный шаг не решала без помощи, чтобы не прийти к помощи ясновидице. На самом деле это была одна ясновидица, она была девочка, которой я не могла, вот любое, что бы я ни решала, какую задачу, что бы мне не хотелось, ну, какой-то, что бы ни стояло, самое простое, самый обыденный вопрос, я обращалась только к ней. То есть я без нее ничего не могла решить. Ты звонила и говорила, делать или не делать? Это была тотальная зависимость, это мне нужно было к ней ехать, это не по телефону даже это было, это мне нужно было к ней приезжать. И мне нужно было ей задавать вопрос, и она специальным способом этот вопрос решала. Я картами не занималась, гаданием нет, но вот то, что я не могла без... Ну, вот она для меня была авторитетом, без ее подсказки я ничего не могла решать. Я была вот как просто закодированный вот такой вот человек, что без этого невозможно ничего мне было... решить никакую задачу. Сколько это продолжалось? Это продолжалось, ну, где-то лет, наверное, 10-12 лет. Вот на самом деле, вот невозможно ни одно решение я не принимала без ее, без того, что она мне скажет. Вот, поэтому была тотальная зависимость. А теперь? На самом деле, мне же даже сейчас смешно, как это вообще могло быть? Я сейчас думаю, вот, а как это могло такое быть со мной, что я могла вот так зависеть от мнения другого человека, когда ну, элементарный вопрос мне нужно было решать с ней. Я понимаю, насколько это глубокая была зависимость. Это вот та же самая зависимость от мамы, та же самая зависимость от другого человека была. И сейчас на самом деле, благодаря вот тем знаниям, которые нам принесла Джула, благодаря откровениям Джула, благодаря всем учебникам, благодаря то, что я обучаюсь, на самом деле это освобождает. Мы не можем зависеть от других людей, от их мнения, потому что, получая другое мнение, мы потом начинаем ненавидеть себя, ненавидеть других людей. Поэтому нужно опираться, согласно знаниям, которые принесла Джула, мы должны опираться только на себя. Мы должны опираться на мнение, которое для нас важно. Я очень благодарна Джоул, я очень благодарна тем знаниям, что она говорит, что все ответы есть внутри нас. Вот это то, что она освободила, она принесла вот эту вот спасительную таблетку, которая для меня на самом деле является исцелением. Ну а самое главное, это вернусь к ясновидящей, да?
То есть результаты, судя по тому, в каком состоянии ты пребывала, да, до идеал-метода, и ты же тогда пользовалась ее услугами, результаты были плачевные. Конечно. Она говорила, как действовать, ты действовала, но суды, мама, конфликты и так далее, и тому подобное. На самом деле это не решало. Ничего не решался, ни один вопрос, которые мне нужны, что с судами, что с мамой, они не просто не решались, они усугублялись, они не останавливалась причина, что не было установлено, оно загонялось просто в угол. И чем дальше я это откладывала, то есть не я решала эту задачу, а за меня решали другие человека, то есть это вот внешне на 1-2 дня, вот решилась, которая я успокоилась, но причина еще больше загонялась. Эти страхи, они как снежный ком накапливались. Это была уже тупиковая ситуация, потому что не решался ни один вопрос. Проблемы все больше. Они накапливались, как растет, снежный ком. Страха все больше, а ты все равно к ясновидению. А я, как меня как магнитом тянуло. То есть это была тотальная зависимость от этого. Да, вот это тотальный был страх, тотальный вот, чтобы кто-то что-то мне скажет, и вот это решит задачу. Но на самом деле это было настолько вот такое ложное такое понимание, потому что я унаследовала к тому, что кто-то за меня, может так, моя бабушка Феврония, она думала, что только за нее кто-то может решить задачу. Она оставалась одна. И вот она извела себя до такого состояния, что она уже просто не могла ходить, она боялась вообще всего. Я унаследовала вот этот страх, я унаследовала от своей бабушки. Поэтому я думаю, что очень многих людей есть вот эти страхи, что мы не знаем, как для нас поступать, как поступить ту или иную задачу, и мы вступаем в зависимость от другого человека, что вроде бы другой человек может решить, а я не могу. Поэтому вот Джоэл навсегда освободила нас от этих страхов. Поэтому вот, получая знания спасительные, мы навсегда освобождаемся от зависимости от других людей, от зависимости от этих авторитетов. Это уникально. Освобождаясь от страха, мы освобождаем себя вот от этой болезненной зависимости, от этой скованности, от этой тревоги, от тотальной вот этой болезни, что что-то может случиться. Вот это вот, что вот освобождение от того, что мы можем быть свободны. Получаем свободу. Оно ни с чем не может сравниться. Свобода от страха. Это самое главное. Ну, ты считаешь себя на сегодняшний день именно тем счастливчиком, кому удалось все-таки справиться с этими страхами? И проблемами, которые... Я сегодняшний день считаю самым своим большим успехом, самой большой привилегией вообще прикоснуться к этим уникальным знаниям, потому что, прикасаясь только к этим знаниям, я уже освободилась от того, что всю жизнь меня преследовало, вот от страхов, от болезней. Я освободилась от того, что не давало мне жить спокойно, спать спокойно, от этих страхов, тревог, от всех заболеваний, от судов. Это просто, я считаю, что самое большое в жизни, что может быть, это прикоснуться, это применять и знать эти знания к себе, к своей жизни. Это самое уникальное и самое важное для меня. Для меня это сегодня самое важное. Ты счастлива? Это невозможно передать словами. Вот, да, вот это освобождение, оно освобождено навсегда. Ну, уникальный человек, Людмила, уникальные успехи. И наша программа уже завершается, подходит к концу, и у тебя есть несколько минут для наших телезрителей. Ты можешь сказать им свои пожелания. Да, дорогие друзья, я хочу обратиться к вам и хочу вас попросить, что вы сегодня услышали, увидели и восприняли все то, что сегодня говорилось, потому что это освободит вас навсегда от ваших проблем, от ваших болезней, от того, что вас мучает всю вашу жизнь. У вас есть уникальная возможность присоединиться к этим триумфальным знаниям,
которые принесла нам Джоул Мари Тойч. Потому что на самом деле нет ничего более ценного в жизни, чем то, что мы нам дано от Джоул Мари Тойч. Идеал метод Тойча, который освобождает, спасает, исцеляет навсегда. Замечательные слова. Ну что ж, сегодня была очень интересная у нас передача. Я думаю, многие телезрители для себя отметили, а особенно наши постоянные телезрители, что идеал метод Тойча решает проблемы на любом уровне, даже на правительственном, как это сделала победно, благодаря знаниям об идеал методе, Людмила Кучер. Мы приглашаем вас к вашим телеэкранам, где мы представим вам нового героя с своей историей успеха от применения идеал метода Тойча. А с вами были Олег и Наталья Шадурко. До свидания. До свидания. Библия существует уже довольно долго. Многие пытались ее читать, зубрить наизусть, цитировать, петь ее строки в церквях. Я вспоминаю тот факт, что Библия всегда была в нашем доме. Я относился к этой книге с каким-то особенным трепетом. Я держал ее в руках, часто листал. Она всегда лежала в тумбочке около моей кровати. Много раз я брал ее, пытаясь прочесть, но меня хватало буквально на несколько минут. После чего я бросал ее, злился от того, что не было ничего понятно. Я считал это набором слов и перечислением всевозможных имен и городов. Это неудивительно. Если я, не зная китайского языка, возьму книгу на этом языке и начну ее читать, что же я смогу понять? Да просто ничего. Вот здесь и наступает эта самая важная миссия Джоул Мари Тойч. Для того, чтобы Библия стала понятна любому человеку, она и принесла этот специальный код, благодаря которому эта книга жизни стала открытой. А в этой книге помещены толкования и принципы счастливой жизни и процветания, принципы эволюции сознания человека. Таким образом, были сняты 7 печатей, о чем и написано в Библии. И Джоул Мари Тойч напомнила всему человечеству истину о живом присутствии Бога, которая была утеряна. Никто не спонсировал Джоэл, никто ее не заставлял, никто из людей не просил об этом. Она посвятила этому процессу всю свою жизнь, исполняя особенную миссию, которая неподъемна для простого человека. И мир был потрясен, и мир был изменен, и мир был конвертирован навсегда. Теперь через истину, изложенную в Библии, может спастись каждый человек. Чтобы понять роль и вклад Джоул Мари Тойч, необходимо погрузить себя в их состояние или образно поставить себя на ее место. С рождения Джоул имела особенный внутренний склад. И с человеческой точки зрения, из духовной, божественной позиции. С самого раннего детства она стала ощущать это на себе и уже в 3 года обратилась напрямую к Богу. Задав четкий вопрос, она получила такой же четкий ответ и инструкцию от своего друга, которую она восприняла обязательной для исполнения. Она осознавала и знала свою миссию и никогда больше от этого не отказывалась. В связи с этим у нее больше не было желания покинуть место, где она проживала с теми, кто не любил ее, часто обижал и критиковал. Она должна была учиться дарить любовь там, где ее любят меньше всего. Ей нужно было становиться сильнее и сильнее для того, чтобы успешно выполнить свою особенную миссию в масштабе всего человечества. Она испытывала совершенную любовь к каждому человеку. Это любовь высшего сорта.
Это можно сравнить с силой родительской любви к своему ребенку. При этом она была наделена способностью видеть, куда человек движется или может двигаться. Она наблюдала каждый день, как те, кого она очень любит, погибали. Она точно знала путь спасения для каждого. Она имела всегда нечто, что могло развернуть человека от гибели. И ей нужно было это нечто превратить во что-то универсальное, чтобы люди смогли это принять для своей пользы и своего спасения. Она стала являться получателем божественных откровений. К своему удивлению, она обнаруживала раз за разом, что об этих полученных истинах, кроме нее, никто и не знал. Она знала ответы на большинство вопросов, которые мучили людей. Джоэл, имея высочайшее, чистое сознание, излучала ко всем людям совершенную любовь. Она действительно влюблялась в каждого человека, как в своих детей, являясь божественной сущностью. Она видела, как многие люди страдают, погибают и имеют горе, и она знала, почему это происходит с ними. Она точно знала, как их можно спасти, как им не погибнуть. И ради этого она готова была взять на себя это бремя. Она готова была на все, по примеру родительской любви. Перед Джоэл Мари Тойч стояла неслабая задача. Ей нужно было саккумулировать все свои знания, полученные от Бога, применить их на себе, получая успешные результаты. Далее это должно быть подтверждено на успешных случаях многих других людей. Она отказалась от всего в своей жизни, что не содействовало или не соответствовало достижению ее цели или исполнению ее миссии. Перед ней стояла задача найти такой механизм или создать такой метод, благодаря которому можно было бы обучать и научиться божественным истинам. Это была ее миссия, без которой жизнь для нее не имела смысла. Она должна была изложить истину таким образом, чтобы каждый из 7 миллиардов человек мог ее понять, принять и подняться, чтобы спастись. Таким образом, Джоэл начинала с чистого листа, когда ничего подобного или похожего не существовало среди людей. На себе она проверяла действие своего метода, исцеляя неизлечимые медицинские болезни в своем теле. При этом она не имела традиционного образования в эпоху тотальной образованности и культа образованного человека с одной стороны, а с другой стороны она понимала, что ее драгоценное время, отведенное для ее миссии на Земле, не может быть израсходовано на получение каких-либо корочек или знаний. Она понимала, что для исполнения этой миссии или заполнения научной стороны аспекта ее метода нужен соответствующий человек, которым оказался чемпион Курт Тойч, представлявший собой на тот момент концентрат всего человеческого невежества. Пребывание с ним на протяжении долгих лет было для нее распятием. По человеческим меркам это было очень больно на себе испытывать все его невежественные концепции и проявления генетического кода. Джоэл Мари Тойч положила всю свою жизнь и душу, исполняя свою миссию. Она отказывалась и отказалась от всего, что ценилось по человеческим меркам и среди людей, при том, что она могла построить любую, самую успешную карьеру, или певицы, или продавца, или бизнесмена. У нее все получалось идеально. But committed no crime, and bad mistakes I've made.
taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.